друзі, це обличчя. Мене звати Дмитро Чистяков. В гостях у мене волонтерка Тетяна Букіна. Тетяна Букіна – волонтерка. До повномасштабного вторгнення росіян багато років працювала у ресторанному бізнесі. Торік у лютому очолювала HR-відділ у приватній компанії. Та наступ ворожої армії з ніг на голову перевернув життя. З перших днів Великої війни Тетяна взялася допомагати іншим у різний спосіб. Коли власних сил та спроможностей забракло, кинула заклик у соцмережі щодо пошуку однодумців та помічників. Згодом зібралася волонтерська команда, яка побудувала свою діяльність за кількома напрямками. Допомога цивільним, евакуація, їжа, одяг, медикаменти, допомога військовим, амуніція, автомобілі тощо. Влітку вони створили благодійний фонд «Волонтерський дім». І відтоді майже не бувають вдома. Головний їхній маршрут останні півроку – Донбас. Багатостраждальні Бахмут і Авдіївку Тетяна знає майже як свої 5 пальців. Побачили різні кадри зараз, і там сказали, що ви майже не буваєте вдома, але зараз приїхали до Києва. Я знаю, що перш за все для того, щоб день народження свій відсвяткувати, ми вас теж вітаємо. Звісно, бажаємо перемоги, щоб ви частіше були вдома. Це головне бажання моє зараз. А як, до речі, святкують волонтери? Що вам подарувала команда? Тому що, я знаю, військові якось особливо святкують. Вони там роблять, знаєте, якісь торти зі шкарпеток, не знаю, тушонки так роблять. Можливо, волонтерів теж якось цікаво? Волонтери в цей день, ну, я, мені хотілося побути сім'єю. Я дуже скучила і хотіла, щоб в цей день зі мною була моя мама, був мій чоловік, моя донька, тому що 2 доньки дорослі, вони зараз в Канаді, вони далеко. І я в цей день була за своєю сім'єю. Клас. А волонтери по-різному. Наша моя колега Віка, у якої теж був день народження 28-го, вона відкрила банку для однієї сім'ї, яка живе в Ягідному і яка була в полоні 27 днів. Вони сиділи в школі, в підвалі з дітьми, були вагітні, були старі люди, і їх дом повністю розрушен, у них нічого не залишилося, вони цей дом строїли самі. Да, поэтому наша Вика решила собрать банку и помочь семье построить новый дом. Ваш дім зараз, в принципі, це автомобілі, да, якими ви переміщаєтеся між містами. І міста ці Авдіївка, Бахмут та Оріхів. Ну, в основному, судячи з постів ваших на Фейсбуці, чому саме ці 3 міста обрали? Вначале ми з командою завжди думаємо, кому ми хочемо допомогти. Тобто для нас це дуже важливо. Тобто ми не хочемо просто відвозити куди-то гуманитарку, в очередной там склад, штаб или еще куда-то, и ждать, когда они как бы передадут эту гуманитарку людям. То есть для нас очень важно, кому мы помогаем, это наш критерий. И когда мы помогали в Киеве, это было лето и начало осени, на какой-то момент мы поняли, что достатньо, все. Уже Киев, он насытился, люди, в принципе, могут получить и пенсию, они могут получить и зарплату, и выплату для ВПО. И поэтому мы для себя поняли, что мы хотим ехать на восток. И вот так начались наши выезды. Первый выезд был Харьков, это Салтовка. Мы, по-моему, там были пару раз, вот. А потом же Бахмут, потом же Авдіївка, Орехов, вот сейчас Константиновка, опять Авдіївка. Ну, в общем, Донецкая область, стараемся те места, куда можем заехать, заезжать. А Бахмут же зараз закрытый, не? Да, Бахмут зараз закрытый, але мы были там в кінці січня.
Вот, і все. Да, зараз, а як там люди не отримують гуманітарку, не отримують допомогу? Чи хтось все ж таки заїжджає, є якісь перепустки? Там працюють два або три пункти незламності. Вот. Мы за этот период декабрь, январь мы завезли туда достаточно гуманитарки, и ну не только мы. Вот. И также когда мы развозим гуманитарку и куда-то едем, мы стараемся не только отвозить, допустим, если там есть какие-то пункты, а мы еще развозим адресно. То есть мы вот, ребята ездят по улицам сел, городов и зовут людей, чтобы они выходили, потому что как бы привезли гуманитарку. Люди выходят с домов, люди подходят, мы общаемся, мы спрашиваем, сколько там, сколько у вас людей, есть ли дети, не хотите ли вы выехать, почему вы не выезжаете, есть ли инвалиды. И то есть мы заезжаем в такие места, куда обычно не доезжают. Вот. Это, конечно, это страшно, это небезопасно, но вот, вот такая потребность у нас есть. То есть доехать до тех людей, до которых сложно добраться. И они благодарят, потому что не всегда получают помощь. Последний раз, когда были, мы успели отвезти немного витаминов, немного лекарств, немного фруктов. Потому что, когда ты в очередной раз собираешь поездку, мы тоже всегда обсуждаем с командой, что мы повезем. Потому что очередной раз везти крупы, допустим, там, или, там, не знаю, консервы, это уже как-то... Ну ты привозишь... Ну, да, всего богато возят. Да, да, да. И люди, в принципе, ну вот... Я всегда думаю, ну давайте поставим их на себя на свое, на их место. Вот хорошо, да, я понимаю, когда ты сидишь под обстрелами, когда тебе тяжело, ты уже ешь все, что как бы, да, там все, что у тебя есть. Но когда у нас есть возможность привезти этим людям что-то другое, мы стараемся привозить, мы там стараемся покупать им фрукты. Они там просто были в таком диком шоке, потому что мы там женщина берет бананы, говорит, я эти бананы ела там, не знаю, год назад. Ну, то есть для них это приятно, а нам приятно, потому что мы подарили частичку вот этой вот теплоты и радости для них. Вот поэтому я надеюсь, что сейчас в Бахмуте все-таки ну, их как-то они выживают, и надеюсь, что государство их поддерживает в этом плане. Авдіївку вже також називають другим Бахмутом, ви теж туди їздите. Uh-huh. І з останнього це те, що вам вдалося евакуювати пару, так, похилого віку. Ви кажете, що дуже складно людей вмовляти, так, евакуюватися. Як їх вдалося переконати? Тим більше, що, наскільки я знаю, у них немає дітей, вони самі. Да, очень тяжело, когда я первый раз видела кадры з Бахмута людей там. Честно, я вроде бы вот так уже много всего насмотрелась и много всего видела, но я рыдала. Я каждый раз плачу, я смотрю записи, все вот эти вот фото, и я не понимаю, во-первых, почему дети. И вагітні, и літні люди, и ну, різні люди, и молодь. И тоді було важко, тому що... Дорога. По-перше, люди всегда боятся дороги. Когда они куда-то выезжают, ты всегда боишься, что произойдет с тобой в дороге. Да, возможно, ты доедешь, все будет хорошо, а возможно, что-то может случиться. И поэтому я так понимаю, что когда люди остаются там, они надеются на свои родные стены. Они надеются, что все-таки Боженька их сохранит, поможет им, и они как бы вот, ну и все будет хорошо. Они боятся поехать в неизвестность, потому что сейчас ну, сложно и в Европе, сложно и в Киеве, и в Украине найти жилье и людей, которые тебе искренне помогут и не бросят тебя. Да, не просто тебя там привезут куда-то, поселят на 3-4 дня, а дальше типа ты уже сам. То есть, а для них, а что для них дальше сам? А те люди, которые вообще одинокие, а вот ну, что делать им? И то есть я так понимаю, что вот для них это тяжелая тема. Когда ты начинаешь с ними говорить, они начинают рыдать, они начинают впадать в истерику. Нет, оставьте нас в покое, мы хотим тут. Літні люди, вони це отдельна категорія, яка, ну, они, ну, понимаете, они уже хотят дожить свой срок там. Вот они так и говорят. Мы, если мы как бы что-то случится, все, ну, значит, как бы вот такая судьба. У нас была одна бабушка, которая после инсульта, она 7 месяцев лежит в подвале.
когда к ней приезжают волонтеры, у нее случается истерика, потому что она думает, что ее в очередной раз будут уговаривать эвакуироваться. У нее похоронены два сына в Бахмуте. И у нее никого больше нет. Она одна, она лежит, она не встает. Она после инсульта плохо очень говорит. И, ну, и все. То есть ты тут уже, ну, она. Все, я здесь. Я никуда, никуда. Не везите, не трогайте меня. Я хочу здесь. Все, я хочу только вот выйти там на улицу, посмотреть на небо. Я хочу подышать свежим воздухом, потому что 7 месяцев без свежего поветра, это жах. И ей нашли каталку. Я надеюсь, что ее как-то хотя бы там, не знаю, вывозят сейчас. Не знаю, как это все, конечно, происходит. Но вот такие истории. То есть историй очень много. У каждого своя история. У каждого своя душа, которая болит. Поэтому очень сложно, когда ты должен принять решение уехать. Это очень тяжело. Это очень. Это, я не знаю, в Авдеевке немножко другая история, потому что там про Авдеевку нам кажется, что немножко забыли. Вот когда мы туда попали первый раз, команда поехала первый раз в город, и мы увидели, что практически волонтеров нет. Нету пункта. Мы попросили Мишу: «Миш, давай сделай пункт. Зараз він працює пункт, и горячая вода, стиральные, пральные машины, даже можно постричься». И люди счастливы. Но когда мы попали первый раз туда, то, конечно, было тяжело. Вот. И ребята случайно вот нашли эту пару, семейную пару. У них никого нет, у них нет родственников, у них нет детей. И после опыта с Бахмутом ты в Авдеевке уже аккуратно подходишь к моменту: «А давайте там, вы не хотите ли выехать?» И тут вот, когда я на видео видела этих людей, пар с их рта от того, что в их квартире там 2-3 градуса, как они разговаривают, как они себя ведут. Ну, вот ты смотришь, и ты понимаешь: нет, вот ты должен сделать все, чтобы их вывести оттуда. Давайте зараз подивимося, до речі, відео, да, з цими двома людьми. А ми думали все? Ні, думали, що ми поїдемо? Ні. Пашки зібрались? На чемоданах сидим. Это хорошо. Помогаєте так їм зібратися? Угу. І... Слава Богу, з їх квартирою все було хорошо. Но вот посмотрите, вот сейчас Виталик, волонтер, рассказывает, что несмотря на то, что они жили очень долгое время без электричества, без воды, у них так было чисто в квартире. Для нас это было удивительно, потому что ребята видели разные подвалы, разные квартиры, и везде, конечно, по-разному. А как вы им нашли новое житло? Где и за чьей допомоги? Мне позвонил Виталик, наш волонтер, который отвечает за поездки. И так аккуратно: «Тань, я вот бы хотел поговорить по поводу вот этой семьи. Вот вы знаете, она так мне запала в душу. Я говорю: Виталик, я тебя перебью. Ты знаешь, я сама уже хожу и вот уже неделю думаю, как что сделать. Я говорю: давай вывозить, я найду деньги. У нас официальный благотворительный фонд, он не прибыльный, и иногда очень сложно делать какие-то проплаты, и сложно помогать людям, потому что официальный фонд должен вести официальную отчетность, да, и мы не можем просто взять там деньги и кому-то дать, то есть так нельзя. И поэтому, когда ты понимаешь, что если даже ты найдешь квартиру и будешь ее оплачивать, ты не сможешь это делать с фонда, тебе надо будет собирать донаты или там вытаскивать из своего как бы кармана и оплачивать. Но, не знаю, вот эта семья действительно запала нам всем в душу, и я говорю: давай будем их вывозить, давай что-то думать. Ты видишь, что они погодились? Да, они на самом деле хотели выехать, но они никого не знают. Они даже сейчас в Киеве, каждый раз они звонят, это абсолютно нормально. А как нам вот здесь? А вот здесь как? То есть
мы там помогли восстановить карточку, сейчас помогаем восстановить банковскую картку, там какие-то магазины, там подключили им кабельное, чтобы хотя бы было телевидение. Ну, то есть вот эти все какие-то нюансы, моменты, стараемся им помочь. И они согласились, для нас это прям было таким облегчением, мы так все прям выдохнули, потому что мы, ну, когда ты спасаешь жизнь, пусть одного даже человека, это на самом деле, это очень важно. Мы там собрали какую-то часть денег, мы собрали 40 тысяч гривен, мы заплатили за первые 2 месяца квартиры, там за там какие-то продукты мы им купили, там какие-то моющие, вымыли, вычистили все. Ну и дальше же нужно поддерживать, потому что ты же не бросишь эту семью, а они боятся. Они приехали, когда они зашли, вот семья с Авдеевки зашла в квартиру, во-первых, они стояли и... Первый их вопрос, за что нам это счастье? И потом они, когда уже переночевали, на следующий день Люба позвонила нашему волонтеру Вике, и такая фраза была: «Вика, а как же, ну мы, а что дальше, а вдруг, а как?» Ну, то есть ее посыл был, что «а вдруг вы там завтра вообще куда-то там исчезнете, да, а что с нами?» Вот, и мы так их вот переубедили, что: «Люба, все хорошо, мы вас не бросим, мы уже за вас в ответственность». Ну, то есть это... Не переживайте, и вот каждый раз там звоним периодически, как у вас дела, что там, что у вас там нового, вы уже погуляли, да, погуляли. Ну, это как такие маленькие дети, класс. С которыми, да, это круто. Все взрослого. Да. И вот они такие открытые, они готовы общаться, они прям, с ними интересно, они очень образованные, они очень, она работала в библиотеке. Вот, он слесарь, и потом они просто как волонтеры тоже работали где-то в храме в каком-то, вот, он помогал, она работала в лавке, он ей помогал, и, ну, это приятно. Ну, я думаю, що вони так і в Києві знайдуть чим зайнятися, да, зараз адаптуються, да, і все да, з ними так, буде так, добре. Так. Була ще одна зворушлива історія, також в Авдіївці, здається. Давайте зараз нагадаємо вам, так, і глядачам покажемо цього чоловіка. Давайте вам допоможемо. Опа, опа. А ми вас іщемо, Федор Олексійович. А, веревочка. Так он тяжелый, он. Ну, там печечку маленькую купил. Федор Олексійович, а скільки ви вже там так живете? Нічного, вот. Так, а за вас внуки переживают, дети? Ну так что же они переживают? Возьмите, пожалуйста, еще вот фрукты. Ну, теплые. А что, выехать не обожаете? Все, да. Куда? Да куда-то вывезут. Бачите, так він каже, що не хоче виїжджати. Так, з нового року це він живе вже 3 місяці. Ось так. Настільки нуждаються в підтримці, вони нуждаються не тільки в їжі, вони не нуждаються не тільки в теплій воді або там, не знаю, в гарячій там ванні, да? Вони їм нужна сейчас просто общение і просто і даже просто простые объятия. И когда они вот это чувствуют, когда они чувствуют, вы знаете, другого человека, они там могут его потрогать, они могут его обнять. Этот человек намного спокойнее их, они принимают вот эту вот, ну, как бы, эту добрую энергетику, что ли, и им тоже становится немного спокойней. Этот дедушка, я так понимаю, что... Да, он живет в этом погребе, он, ну, там холодно, это просто яма. То есть это такие маленькие, в больших городах ты этого не найдешь, а вот маленькие городочки, да, есть такие погребы, прям как бы во дворе вырыты для овощей, там, для консервации на зиму. И он себе нашел это место. Это место для него является сейчас его домом, его защитой. И он боится выйти наружу, он боится приоткрыть вот это вот окошечко, чтобы убедиться, что все-таки не так все страшно, давайте поедем куда-то. Вот. И первая встреча, которая была, немножко такая была с его стороны, чуть-чуть там, ой, ну что, а кто, а чего. А сейчас, когда ребята приезжают к нему, то он уже улыбается. Уже, вот мы буквально вчера с командой вспоминали, ребята рассказывали, что он уже намного сейчас более позитивно встречает и более, как бы, больше разговаривает и уже желает там хорошей дороги. Дороги, ребята, а все, давайте там аккуратнее, езжайте. И насколько меняются люди.
Когда человек чувствует добро, когда он его получает, они же, ну, это все меняет нас, поэтому дарить добро – это очень важно. Але в дідуся цього є внуки, діти, да, судячи з відео. Просто жінка він є. Хоче, да? І жінка є? І вони поїхали, все, він залишився там? Ну, жінка, вроді як, готова його, щоб він к ній приїхав. І вроді як і діти готові. Ну, от поки от ми зараз в процесі спілкування з ним. І сподіваюся, що все-таки вдасться його убедити. Ви кажете про страх. А куди ви свій діваєте страх? Тому що я дивлюся на ваші відео, там постійно фоном бабах. Ну, ви приїжджаєте на передок, фактично на нуль, там пару кілометрів залишається. Страх – це, мабуть, ну, а як воєнні наші воюють? Страх – це ж такий момент, коли він з'являється, а потім ти до нього звикаєш. Це звичка. А як, знаєте, як був момент, коли ми 24 лютого почули цей страх? И потом я месяц просыпалась, и мне каждый день казалось, что это просто страшный сон. Я просыпалась, думаю, да, нет, все хорошо, но когда ты понимаешь, что ты лежишь, и этот страх, он никуда не ушел, то ты, да, это реальность. И потом ты к нему привыкаешь, и все, это привычка. На глазах нашей команды были ситуации, когда погибали волонтеры. Вот, когда у нас была ситуация, когда ребята вывезли волонтера, по-моему, он с Польши, я сейчас уже не вспомню, по-моему, он был поляк, и его коллег вот буквально в Бахмуте, они попали под обстрел, они все погибли, он один остался. И это страшно, когда ты это видишь, ты, ну, тебе хочется на самом деле сразу эмоции, все, так, хватит, все, никакие поездки, все, закрыли, все, мы никуда не едем. Но потом уже ты успокаиваешься, опять говорим с командой, опять обсуждаем, что, как, и самое, я не знаю, как это назвать, это, наверное, не то, что приятно. Ты слышишь фразы ребят, что мы хотим ехать. Ви згадали про військових, ви почали їм також допомагати. А це що? Це автівки, правильно, ви приганяли? Да, в основному. Така допомога? Да, в основному це були дві автівки. Зараз ми шукаємо третю. Ну, какие-то были мелочи, там, броники, каски, ну, что-то из медицины, ну, я считаю, что это такое. Это не... Вы сами находите, кому так, помогать? Так, да. Кто-то к нам обращается, но мы немножко, опять-таки, мы очень всегда тщательно анализируем, да, кто это, кто обращается, почему как бы обращаются, потому что, когда обращаются военные, не всегда это понятно, потому что, ну, как бы, вроде как военных должно обеспечить наше государство. И поэтому я так достаточно тщательно анализирую эти истории все. И я знаю, если обращаются наши близкие, которых мы знаем, потому что все автивки, которые мы покупали, это были для наших знакомых. То есть это были люди, которых мы знаем. Поэтому в этом плане мы помогаем, но мы очень избирательно, честно. Я говорю, что мы не всем помогаем, кто обращается. На жаль, ну... Как бы мы, у нас немножко другая все-таки направление работы нашего фонда, оно чуть-чуть другое. Все-таки это больше цивильное, это діти, и тому. До речі, дітям велика роль приділяється. Да. Я знаю, що ви допомагаєте дітям не лише на Донбасі, продовжуєте допомагати дітям, як і на початку війни в Києві, Київській області, так, для них якісь заходи проводите. Літом у нас були перші такі мероприятия для дітей. Кожна дитина має право на дитинство. І тому що, чому діти? Ну, діти – це наше будущее. Ну, кому-то ж надо будет строить Украину, кому-то ж надо управлять этой страной. И если мы сейчас сможем вырастить и дать вот в этот период времени, дать детям максимально положительных эмоций, максимально какого-то, знаете, чуть-чуть, но образования, когда мы сможем дать им... Ну, внутреннего такого ощущения, что да, война это плохо,
но во время войны могут быть и радости. Вот, есть люди, которые могут подарить этим детям немножечко теплоты, чтобы это тепло, вот оно перекрывало эту боль и страдания. Почему мы проводим мероприятия не для всех детей, не во всех селах? Мы для себя выбрали Макаровский район, те села, в которые мы побывали после деоккупации и видели этих детей, видели эти истории, слышали истории семей, и мы поняли, что этим детям нужна поддержка. А как правило, в села ж не доезжают, я имею в виду, не доезжают психологи, не доезжают реабилитологи, да, которые должны работать с этими детьми. Но я понимаю, что сейчас дефицит этих, наверное, специалистов. И мы решили, ну, подарить детям такой праздник. Що мене зворушило, теж побачив різдвяна історія, коли ялинку встановили велику. Це в Бахмуті, здається, так? А це було для, ну, не лише для дітей, для всіх. Ёлка, вы знаете, какие-то, наверное, традиции, которые в нас живут, которые у нас остались, особенно которые связаны с определенными праздниками. Ну, для каждого человека есть свой важный праздник. Для меня Рождество – это, наверное, один из важнейших праздников, потому что это семья, это эмоции, ты даришь подарки, ты готовишься к этому. И вот это вот чувство, опять-таки, какое, оно, не, ну, оно небольшое. Да? Ну, что там? Ну, хорошо, ты взял эту ёлку, поставил, нарядил, ну, как бы, ну, что, да. До речі, ялинку, варто зазначити, ви не вирубували, вона була збита ракетою російською. Да. Там був двор, в котором жили люди, і там теж у нас є одно відео, де прямо об этом розказується. І цю ёлку ребята занесли, вона достаточно така була, не маленькая. Вот, вони її занесли в пункт, і там уже її нарядили і подарили людям такой, знаєте, немножечко праздника, а для того, чтобы опять-таки вот эта вот эмоция, она чуть-чуть перекрыла то, что вот сидит в нас, его много, да, этот вот негатив, эти страдания, боль, особенно в тех регионах. Вы також відчуваєте, я не знаю, до речі, які емоції, коли приїжджаєте і бачите тварин покинутих. Угу. Ви писали, що навіть на ціпу залишають люди, не відв'язують тварин. Угу. Вот эту причину для меня она загадка. Почему так? Вот почему вы уезжаете с дома и оставляете животных, да, на привязи или оставляете закрытыми в домах. Нам помогают другие волонтеры, нам помогают люди, донатят. Мы находим корм и стараемся максимально отвезти корм. А что такое корм, пачка корма там на сотни животных? Это ничего. Это там им один день поесть, а то не всем. Поэтому вот в этом плане очень тяжело. Я уже думала, может быть, там как-то вывести этих животных оттуда, может быть, какую-то найти там, ну, помощь здесь у питомников, да, которые готовы забрать их. Но пока еще мы не сильно прорабатывали этот вопрос. Тяжело помочь всем, а животных вообще жалко, потому что это те... Але тут багато залежить від господарів. Я знаю приклад, до речі, з Авдіївки. Людина – фермер. В нього була ферма, в нього були вівці, коні. Багатьох вбило російською ракетою, тому що в амбар прилетіло, але і він сам був поранений. Він пролікувався і повернувся знову в Авдіївку, бо в нього там 12 залишилися коні і собака. І він повернувся до них і зараз думає, як їх вивезти. Да, є такі люди, які ризикують своєю життю, все-таки розуміють, що, ну, ти в відповіді за цих животних. Так, ну, не можна так робити. Коли закінчиться війна, ви будете повертатися до своєї роботи HR-ом? Чи все, волонтерство вже це назавжди? Ви знаєте, на протяжении вообще всей жизни нашей с мужем мы очень часто кому-то помогали. Ну, не скажу, что, наверное, часто. Нет, не часто. Мы старались помогать там каким-то детским домам, там каким-то больницам, ну, там, где ты видишь что-то там, да, там кому-то даже просто денежку отправить. И я всегда, ну, то есть меня к этому всегда тянуло. И вот я думала за фонд, и когда-то там я сидела так, думаю, открыть фонд, а что, а как, а там, а что дальше, что делать. И как-то не было какой-то четкой цели для меня. А вот сейчас, когда так сложились обстоятельства, что, ну, пришлось открыть фонд, потому что без фонда официального тебе сложно работать волонтером. Это, ну, это сложно, потому что какие-то организации, которые дают помощь только официальным, да, организациям. Люди иногда хотят понимать, куда они отправляют донаты, потому что
что если нет официального счета, это как бы для них это такое немножко, а что, а как, а чего. И я так для себя поняла, что, наверное, тоже какой-то звонок для меня, что ты же хотела, давай. Вот, я не хочу его закрывать, я не хочу прекращать помогать. И после, когда мы победим, я хочу продолжать развивать этот фонд. Я не знаю, что, какое конкретное направление будет. Ну, дети, наверное, это точно, это 100%. А что еще, пока непонятно. Но то, что, наверное, в HR-ство я уже не вернусь, скорее всего. Вот я, кстати, недавно провела тренинг первый после такого длительного перерыва, потому что всегда за период сейчас, да, за период войны ко мне обращались несколько компаний с просьбой помочь, но всем отказывала, потому что, если честно, вообще нету настроения никакого куда-то где-то идти и что-то делать. Вот обратились ребята провести тренинг для команды, командообразующий тренинг, и для меня это приятно, потому что поддержать ребят, поддержать людей, немножечко тоже дать, зарядить, наверное, их немного. Это важно сейчас. Вот у меня была такая с ними встреча, и я им тоже благодарна за такое, наверное, за возвращение меня, скажем так, как HR, как тренера. Возможно, что-то буду делать, но пока я пока не уверена. Так, поки є, що робити зараз вам, як волонтеру, як благодійнику. Ми вам дякуємо за вашу роботу і дякуємо за те, що ви прийшли до нас у гості. Дякую вам. Це була програма «Обличчя». Тетяна Букіна, гостя моєї студії сьогодні. А марафон триває.